Друзья, всем привет! Сегодня расскажу про самые странные и, можно так сказать, глупые диеты в истории человечества. Если не толстеть, конечно, это мечта на все времена. Люди все время хотели много есть и не толстеть. Я вам расскажу про несколько диет, действительно странные. В 1955 году некая Барбара Тейлор была убеждена, для того, чтобы сохранить фигуру после каждого приема пищи, нужно выпить немного шерри. Стоит ли говорить, что никаких научных доказательств в пользу этой теории не существует? Даже наоборот, ведь это прямой путь к алкоголизму, а не к стройности. Метод лечебного жевания. В конце 19 века некий Гораций Флетчер постарался убедить людей, что пищу нужно пережевывать максимально долго, около 100 раз, пока она не потеряет вкус, и лишь тогда можно глотать. Он был уверен, что таким образом можно было даже лечить аппендицит, алкоголизм и многое другое. Только вот согласно врачам, такая диета лишь вредила организму, она была почти такой же, как жидкая диета. А кишечнику для нормальной работы нужно хоть сколько-нибудь трудноусваиваемой массы, чтобы стимулировать его к действию. Поэтому такой метод нарушил баланс в организме, а последствия могли быть самыми разными. Диета лорда Байрона. Это, наверное, самая старая диета. Лорд Байрон все продукты предварительно вымачивал в уксусе, а также пил воду с уксусом. После еды он кутался в несколько шерстяных одеял и потел. Так как поэт был знаменитым, многие молодые люди следовали его образу жизни, желая приобрести ту же худобу и загадочную бледность. Питание, как у наших предков. Есть группа людей, которые убеждены в том, что для здорового и крепкого тела нужно питаться, как наши предки, то есть фруктами, овощами, мясом и рыбой. И все, что человечество получило от фермерства, лишнее зло. В целом эта диета предлагает полностью отказаться от злаковых, ставя на первое место мясо. Как отмечают врачи, в итоге она приводит лишь к дисбалансу и почти не несет никакой пользы. Ватные шарики. Примерно в 2010-х годах появилось движение людей, которые вымачивали ватные шарики в смузи или в соки, и после этого ели их. Стоит ли говорить, что поглощение несъедобных объектов в принципе не может нести пользы? Организм попросту не переваривает вату, а в худшем случае она может быть и токсичной. Диета с трубкой. Это, наверное, самая безумная диета. Вместо того, чтобы есть, люди проводят трубку себе прямиком в желудок и по ней пускают специальную КЕ-пудру – смесь различных витаминов, протеинов, общей питательностью на 800 калорий в день. Кроме пудры разрешены только вода, чай и кофе. И это звучит настолько же дико, насколько и опасно, с какой стороны бы ни посмотреть. Друзья, напишите, пожалуйста, под видео, какая диета вам показалась самой странной или самой глупой.